Здорово, бойцы! Ну что, продолжаем похождение Эцио Аудиторе. Вот, сегодня нам предстоит убить Франческо Пацци. И, короче, я записываю видос второй раз. Второй раз записываю видос. Короче, первый раз я записывал. Отправился на виллу Аудиторе, там забрал, короче, бабосы. Вот, там почти 12 тысяч, короче, флоринов. Вот, там побегал. Поставил то, что мы нашли в гробнице ассасинов, поставил эту эмблемку, короче, в подвале, вернулся во Флоренцию убить этого Франческо, короче, убил его, да, не буду это скрывать, я его убил, и начал, короче, монтировать видос, и тут такая стопроцентная просто подстава, видос записался без звука, мать вашу, без звука, блин, это просто... Да просто атас. И, короче, мне пришлось создавать новый профиль, проходить по новой игру. Только я уже проходил просто полностью напрямик, бежал, короче. Ну, ничего не собирал, ничего не делал. Чисто сюжетку, короче, пробегал. Ну вот, убил на это 2 часа. Вот. И, короче, такие пироги. Это все у нас... Сратое автосохранение, порой оно бесит просто. Вот. И, короче, я тупо создал профиль, чтобы со звуком пройти сюжетку. То, что мы сейчас сделаем. Вот. Сюжетку пройдем. Ну, имею в виду, убьем этого Франческо Пацци. Вот. И, возможно... Что у нас тут еще есть? Видите, вот у меня тут... Ничего вообще просто, ничего не открыто, ничего не сделано, вот. Вообще просто. Трешняк. У меня даже карты не куплены, сокровищ, короче, даже не показаны они. Я их не собирал. Вот. Ну, есть такое, короче, фишка, то, что можно гробницу ассасинов пройти. Я потом ее второй раз, может, пройду в первом профиле. Чтобы продолжать, будем тот старый профиль. В принципе. Просто как бы я чисто фрагмент, короче, пройду. Вот. Думаю так. Ну, давайте, наверное. Давайте. Бог с ним. Сбегаем, короче, в гробницу. Вот. В гробницу. Перышки там всякую такую дичь собирать мы не будем. Продолжим это делать, короче, в первом профиле. Вот. Бог с ним, я, короче, пройду еще раз. Ну, сейчас вот пройду эту гробницу, да, ассасинов. И пройду второй раз потом, вот, перед записью, короче. Уже в следующем видосе завтра. Как бы за кадром. Ну что? Давайте. Здесь вот вход охраняют у нас солдаты, но в принципе они нас не трогают. Можно, я думаю, взаимодействовать спокойно, без всяких стычек. Давайте заглянем. Да. Раз. У нас есть полчаса, да, так сказать, полчаса где-то игры, вот записи видео и в принципе... Я думаю, нам хватит и Франческо Пацци замочить, и разгадать гробницу. Per favor, не трогай росписи на стенах. А когда твои люди будут красить крышу, постарайся, чтобы не пострадали реликвии наверху, в лантерне. Они очень ценны для нашей церкви. Да, да, падре. Только не забудь заплатить нам за работу. Смотрите, даже здесь, короче, эти, типа, гастробайтеры есть. Которые красят стены. И которым не хотят платить за работу. Так, смотри, тайна собора. Осмотрите забор... Забор. Осмотрите собор Санта-Мария-дель-Фьоре и найдите печать ассасина. Давайте. Осмотрим. Так, заберитесь на дверь.
Какую, мать его, дверь? Вот на эту дверь. Погоди, давай-ка мы сейчас осмотримся. Нет, в принципе, ничего. Нет. Короче, на дверь. А забраться на дверь, наверное, вот на эту дверь все-таки нам надо забраться. Но она такая высокая, и мне кажется, что надо забираться как-то вот, наверное, искать лазейку, чтобы забраться на эту дверь. Так, вот эти леса, вот эти вот... Туда тоже забраться не можем. Надо, короче, какую-то торчащую выемку найти, чтобы забраться. Погоди, может на крест? Нет. На крест нам не залезть. Стопы. Гробницу я не проходил. Вот, вот я честно-пречестно говорю. Поэтому я вообще не вдупляю, как тут забраться. Может здесь вот по статуе? Нет? Походу нет. Здесь? Нет. Так, стоп, надо осмотреться и понять, куда мы можем взобраться. Должен быть какой-нибудь уступ. Я думаю, вот сюда, нет? Нет, мы не долезем. Мы не допрыгнем. Здесь мы не допрыгнем. Так, погоди. Погоди, надо найти уступ. Погоди, может тут так? Тоже нет. Ну блин, вот и я думаю, что как-то... Не знаю, может лестница какая-то стоит? Есть тут лестница? Вот эту лестницу можно поднять? Почему нельзя вот эту лестницу поднять? Поднять и прислонить к стене и, короче, не забраться. Почему так? Почему сложности? Нет, с этой стороны нет. Я думаю, что нет. Погоди, а может все-таки да? Надо где-то, короче, вот с той стороны, я думаю, забираться, потому что я думаю, что начало где-то вот здесь. Начало пути лазания где-то здесь. Так тоже не получается. Я не знаю, как бы отмечалось бы хотя бы, знаете, да, как-то вот точка. Ни здесь не залезть. Чик, это жесть. Тут тоже, да? Нет, ничего так. Тоже нет ничего такого. Ну, если что, я как бы свою тупость вот эту я вырежу, как бы, может быть. Это будет очень долго. Короче, вот, я блуждал, короче, вырезал, да? Блуждал, и, а тут, оказывается, вот оно. Вот оно, вот стеночка к дырочке. Вот. Вот они, загогулинки. Оказывается, начало-то вот оно где. Как раз у двери.
Как раз у двери находилась. Найдите саркофаг ассасина, короче. Нам наоборот получается, надо туда ползти. А я как дурак. Свалился. А я как дурак, короче, блуждал здесь по залу, бегал. Искал. Где же тут лесенка находится? Где же тут загогулина, на которую можно залезть? Так, окей. Так. Получается, нам надо вот сюда запрыгнуть. Запрыгнуть сюда и, короче, вот, наверное, 100%, да. Смотри, там лестница еще. Что было? Ну ладно. О! Ох ты ж, нифига себе! Значит, все-таки... Погоди, а что, на лестницу надо было? Жесть! Еще, блин, пойми, куда прыгнуть надо. Не зря вы говорили, что в гробницах можно поломать немножко мозг. Эти вот визуальные загадочки. Да куда ты, ну? Я ж тебя прошу вон туда прыгнуть. Да что ты не прыгаешь-то? А ну прыгни, быстро мне. Отлично. Так, погоди. Туда мне не допрыгнуть. Может быть, я смогу как-то вот здесь это сделать. Видишь, да? Лесенка. Опа. А чё рак? Воу-воу-воу-воу-воу! Тихо, тихо ты! Бене, если я упаду, у меня будет запасной вариант. Отлично. Это вот нехерово так. Это мне понравилось, да. Так, погоди. Окей. Сюда мы забрались. Так, нам надо, получается, теперь сюда. Теперь вот по этим балкам. Так, молодцайцу. Так. Оп. Так, окей. Окей. На люстру. Отлично. А, по ковру он бегать не может. Значит, погоди. По этим люстрам, что ли? Окей, давай попробуем. По люстрам, наверное, типа потом по этим балкам. Так, стопы. Раскачаться. А, он сам, да, отталкивается, отпрыгивает. Ладно, я понял. Так, отлично. Ну вот, какую-нибудь лестницу... Вон там лестница, короче, может быть... он ее тоже... скинет. Эту лестницу. Да, отлично. Он скинул эту лестницу, короче, и теперь у нас есть шанс, если мы упадем, короче, взобраться. Нихера там лезть. Ты посмотри просто. Под самую крышу. Под самый потолок. Офигеть. Офигеть. Так, что-то так показали, и я теперь запутался, куда, в какую сторону-то вообще. Так, погоди. Мне вон туда вот наверх. Значит, прыгаем вот сюда.
Бегаем вот сюда. Так, голубятину мы пугаем. Так, на балкончик, отлично. Окей, теперь на люстру. Так, крест мы не трогаем. Теперь вот сюда. Наверное, да? Четко, правильно? Я думаю, что правильно. Теперь сюда. Так, теперь вот на эти досочки. Вот на эти досочки. Все. Отлично. Ну, если мы упадем, то другого шанса... О, не то что шанса. Короткого пути не будет. Надо аккуратно, короче, это все делать. Иначе... Окей. А, вот даже так. Я думал, там надо будет переползать. Даже так. Окей. Допрыгнем? Допрыгнули. Ну, кстати, если упадем, можем и нехило так разбиться. На палку. Отлично, а так? А теперь куда? Ну, я понимаю, что вот на эту вот штукенцию, а потом куда? А, именно сюда. Контрольная точка, смотри, достигнута. Отлично. Хорошо. Прекрасно. Так, окей. Ага. Тут нам не взобраться. Давай попробуем вот здесь. Отлично. Здесь у нас получилось. Тут нам мешала палка. Да. Нам палка мешала. Так. По которой нам, в принципе, стоит, я думаю, сейчас... Залезть, залезьте давай, залази, знаешь такое слово, залезть, скарабкаться. Так, погоди. Наверное, нам вот сюда. Потом. Сюда и вот сюда. Аккуратно, ты так больше не пугай. О, смотри, лесенка. Ой, а, ну можно и так, ладно, уговорил. Можно и так. Окей. Блин, как он так высоты не боится такой вот? Я бы уже обосрался, реально. Такой высоты-то. Охренеть. Окей. Ой, а чё с камерой-то? Вот это вот неудобно. Блин. Вот так вот камера, она неудобно бывает делается. Погоди. ТП. А куда мне? Стоп, он здесь. Не переворачивается. Мне надо вон туда. Ага. А, ты смотри, какая вещь-то. Оказывается, тут. Окей, погоди. Вон оно чё. А я мог и туда, смотри, залезть. А погоди, а я не допрыгну. Мне кажется, что я вон до туда не допрыгну. Это нереально.
Это реально нереально. Просто. Либо, я не знаю, может там по низу пробежаться надо? Это чисто вот не допрыгнет. Он же не Супермен такой. Это, наверное, спрыгивать, короче, вниз. Погоди. Дай-ка я спущусь. О! Твою мать, ты так не пугай, а? Что с тобой, Эцио? Окей. Я думаю, надо все-таки... Как же он опасно это все делает, а? Я думаю, все-таки надо... Хотя все правильно, но блин, там же так высоко, так далеко. Мне кажется, не допрыгнет он нифига. Я, в принципе, все правильно сделал. Ну ладно, давайте попробуем, была не была. Попробуем. Пускай его и так. Разобьемся, так разобьемся. Он сам напросился, если что. Я здесь ни при чем. Я здесь не виноват, если что. Охренеть. Охренеть, какой он прыгун просто. Отлично, мы нашли. А нашли. То, что искали. Берем золото. В принципе, золото можно и не брать. В принципе. Потому что я все равно это буду переигрывать для первого профиля. Как бы... Это не обязательно. Ну, пускай будет. Ладно, пускай будет, уговорили. Так, взяли, короче, пузырь. Таблица с пузырем. Отлично. Теперь отправляемся, короче, убивать Франческо Пацци. Там, в принципе, когда я первый раз проходил, я управился это, ну, там быстро с этим. Так что, я думаю, особого труда. Не будет. Так, окей. Здесь есть у нас куда-нибудь прыжок веры сделать? Есть или нет? Охренеть. Так, интересно, есть прыжок веры-то куда-нибудь? Или все-таки... Все-таки надо... Воу-воу-воу-воу! Или все-таки надо это... Как-то... Вот так спускаться! Охренеть! Ладно. Опа! Руки бы уже давно оторвало, не знаю. А, вон, смотри, вон сено. Можно было все-таки... сделать прыжок веры. Так, погоди, давай-ка выберем. Яма так далеко. Давай выберем. Давай, нырни, да. Ладно, погнали. Погнали. Оп. Так, у нас еще немного... немного розыска, короче.
ну ладно. Этот убийца! Испытание, посланное Господом! Подлый убийца! Пошел ты! Убейте! Пошел ты! Кому нужно пустить кровь? Тебе пусти. Этот полицай. О. Матрица, сеньор, защити меня. Я видел Франческо во главе отряда с обратной стороны дворца сеньории. Боюсь, что он пытается найти другой вход. Иди, пока не поздно. Сделай, что можешь. Ну, сделай что-нибудь, давай. Так, прощай, Франческо. Найдите и убейте Франческо Пацци. Окей. Вот оно. Погнали. Ой-ой-ой, тут трешняк какой-то начался. Да, у меня, короче, была такая фишка, когда я первый раз проходил там. Они, короче, с этих... с мечей... с автомата фигачили просто так. Было вообще жесть. Ну, трэш, конечно, на улицах творится. Так. Красношапый, уйди с дороги. Так. Я думаю, перелезть, наверное, да, чтобы сократить путь. А, нам все равно на крышу. Я что-то забыл. Голова уже не варит. Я нырнул. Окей. Это снова ты? Почему ты еще жив? Парни, убейте его! Глотку надорвешь так кричать. Так, где мой... где мой супер-пупер ножик? Ножик мне нужен. Мой супер-пупер. Так, вон туда. Я залазил в прошлый раз. Вот здесь. Одного чувака я, кстати, там скидывал. Вот так вот. За трусы, короче. Нехило он так шмякнулся. Так, давай. Подходите. Какого хера он опять этот ножик маленький выбрал? Я видел этого человека. Кино, наверное. А может, нет. Так, окей. Наверх. О, мальчик вообразил себя мастером меча. Ты умеешь фехтовать, но мои люди разберутся. Ладно. Стража! Стража! Врача! Никто не придет. Врача! Мы одни. Маледетто, ке иль дьяволо ти порти, стамми лонтано! Опа, да, вот в прошлый раз мне тоже так же заехали, короче. С подтишка. Так же молотком, короче, в голову. Я ни черта не вижу, правда. Но и так сойдет. Ох ты, в грудину-то мне запендюлил. Молотком. Давай. Давай уже покончим с этим. Все, отлично. Так. Этот ушлепок, он стоит там. Возле... возле стены, короче. Можно сделать вот так. Он, в принципе, не ожидает, что я с этой стороны приду к нему. Он думает, что я прыгну в сено так же, как и он. Вот. А я сделаю немножко по-другому. Где там клинок? Вот. Куда ты?
Доктор здесь ни при чем. А, смотри, все-таки побежал от меня. А я его, короче, в прошлый раз просто у стога сена захерачил. Сдохни ты. Все, догнал. Догнал. Я быстрее и проворнее, Лоренция, чем Франческо Пассо. Все кончено. Все кончено. Лучше быть счастливым в этой жизни, чем мечтать о славе в следующей. Покойся с миром. Либерта! 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 Пополо! Либерта! 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 Франческо? Это, короче, да, такой стрёмный момент такой. Просто в труселях повесили чувака. Знаете, у коня так ухо торчало, как будто конь как единорог, знаете. Так, отлично, все, прощай, Франческо. Мы прошли. И у нас последовательность 4 завершена, в принципе. Вот. Ну и что? И следующий видос, как бы будем с первого профиля, да, продолжать. Проходить, я за кадром пройду снова эту гробницу, там соберу все, что нам надо. Вот. Ну и дальше там будем по старинке, короче. Так, Флоренция, Республика, 1478 год. Будем по старой схеме. Там перышки, фигерышки. Ну, я думаю, короче, мы в следующей серии с вами попробуем истины поразгадывать, да? Вот, истины поразгадываем. И здесь у нас еще, смотрите, вот открылась такая вот штукенция. Вот. Убежище тамплиеров. Тамплиера. Еще можно вот эту, да, посмотреть. Штукенция, это, по-моему, первое. Что-то новенькое у нас появилось, первое. Вот. Ну и, как обычно, там фрагмент, да, выполним. Ну и... Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. С вами был Валерий, всем пока.